Все, гулять пойдем? А? Софа. О, Софа. Все готовы к прогулке. Ну, давайте, let's go, гулять. Первый пошел. Второй пошел. О, больше орете. Только проснулась. Ну и что, ты так стремительно бежал? Девчульки-лопатульки, мальчишки, налила себе кофеек. Идите, идите, идите. Вы мне даже спокойно умыться не дали, орали уже. Иди, чего? Мама хочет кофе попить. Давай, давай, иди. Манюнь, Маня, Манечка, моя девочка, доброе утро, просыпайся. Просыпайся, все проснулись уже. Ай, ты моя балерина Волочкова, иди сюда. Иди, моя красопеточка. О, всем уже... Что уже есть хочешь? Сейчас я вам насыплю. Вот еще сама кофе не попила, еще ни глоточка не сделала. Уже всех корми, пои. Привет. Ты хоть умойся-то, поросенок. То у вас спа-салон несанкционированный, то ты даже умыться не хочешь. Ой, мне банку вашу не открыть. Вот так вот я корм пересыпаю в банку, чтоб не с этими пакетами. Надо вам уже миски помыть. Все, приятного аппетита. А ты что смотришь? А ты что смотришь? Ты уже поел. Иди давай. Иди. Стряхни свой жирок. Хороша жизнь кота. Маня, ты ж только поела, да? Ну вот поели, ну теперь поспали. Маня, ты что-то вообще с ума сошла у меня, кошка. Тедди, давай буди ее. Че она спит? Манюнь. Манечка, девочка, вставай. Че ты как тот лягушонок? Ну вот поели, теперь поспали. Ну вот поспали, теперь поели. Чего? Не надо спать, вставай давай, А? Вот ленивая кошка. Ты в кого такая, а? Иди мышей лови, Свинюшка вон вся грязная завалилась. Манюня. Ай ты, Манюня. Ай ты, Манюня. Я вот вчера приехала с работы. Немножко прополола вот эту вот, видите, грядку. Ну все уже. Все. Я даже у меня не было сил все это убирать. Сейчас вот взяла миски. Хочу пойти. Малинку надо собрать. Господи. Зачем я их две взяла-то? Сначала я хочу помидоры с огурцами собрать. Сейчас пойдем катать. Значит, мне надо бегонии вот эти все почикать, удобрить, почикать. Вот этой вообще плохо, она на солнце прям стояла, сейчас я ее в полутень. Вот это вот все мы посрезаем, но это я потом покажу вам. Сейчас этим не буду заниматься. В общем, вот эту вот вчера прополола грядочку и оставила после себя вот это свинство. Вот, сегодня хочу вот это вот все убрать, почистить. Видите, как? Газонокосилку нам так и не сделали, блин. Столько лягушек в этом году, это же вообще катастрофа. Клубнику надо обработать. Сейчас вот огурцы, помидоры соберу. Взяла мисочку. Травушка, муравушка. Вот такой у меня перец в горшке. Смотрите, острый. Видно вам? Видно. Не знаю, что я его в землю не воткнула. Что-то пошло не так. Вот она, я говорю, красная вишня. Вкусные помидоры, вот видите, но в этом году они вообще отвратительно себя показали, нету помидор. Вот, и полить надо вечером в теплице. Так что сегодня у нас дел с вами. Ох-охо. Ну, сейчас надо мне все это собрать и банки закатать. Вот, вот это я собрала в тепличке, вот эти видите, где с желтеньким. Это я с земли пособирала, но я думаю, что ничего страшного, просто срежу. Помою, срежу и также в баллон положу. Сейчас хочу. Помните, мы с вами убирали зеленую массу? Я прям не щадя все это чикала ножничками. Посмотрите, опять у нас джунгли. Вот опять надо брать и все это чикать, потому что оно все не успевает. Вот там вот не хватает солнышка, видите? Вот, сейчас на улице еще соберем помидорки. Но вот это буду все тоже чикать, потому что мне это... Ну это куды? Это просто с ума сошли. Здесь плодов много,
А оно за счет того, что его закрывает эта зеленая масса, оно не зреет. Вот, вот, посмотрите. Вот это надо все, вот эту вот листву убирать сегодня. А вот наш фантом, который мы с вами сажали. Вот я его немножко подвязала, потому что он распадался. Смотрите, видно, он уже здесь розовеет. Видите? Такая красота. Маленький. Такой он крошечка. Ну ничего, видите? Нашла вот арматуру у мужа, подвязала к арматуре. Так. А вот он наш Винки-Пинки. Наш Винки-Пинки. Вот так вот он пока у нас в таком состоянии находится. Сейчас немножечко покажу вам. Ой. Ну, вот здесь вот. Видите? Бутонизация начинается. Ну, я подкормила, дала как бы толчок. Вчера то, что я вам показывала, то, что я купила. Вот, на этой гортензии. Пока ничего нету. Ну, а это... Ой, господи. Ну, а это диамантина. Вот. Такая диамантина. Позеленела. Здесь беленькая. Ой. Ой, красавицы мои. Невесты. Любимки мои, вот намыла огурцы, залила водой, лежат они у меня, отдыхают. Сюда все не поместилось, пришлось воспользоваться вот этим казаном. Вот, это мы будем в баночки закатывать огурчики. Туда я хочу добавить, вот таких кабачков нарвала. Муж почему-то выбирал, вот и супруг захотел желтые. Ну, желтые колечками, колечками буду добавлять. Вот такие помидорки у меня будут. Я их буду вот так вот обрезать. Видите, где вот, ну, где хорошие, так, ну, здесь обрежу, да. В общем, с луком, лучок подготовила, с луком, чесноком, что там у нас еще, петрушка, и на стерилизацию. Отправила чеснок купаться. Вот он у меня тут плавает, его надо будет почистить. У меня супруга нет, так мне придется этим заниматься. Вот такая беда. Уже расплакалась, позвонила ему, говорю, тебя нету, я тут все буду делать одна, чеснок чистить, это мыть. Так, дальше, что у меня здесь? Вот эти сливки у меня уйдут просто в баллон. Вот, я тут попротыкала зубочистка, не знаю, видела это в интернете, помогает это или нет, каким-то образом что-либо спасает, не знаю. В общем, их немного, поэтому я сделала. А это просто уйдут в баллоны с перцем. С перцем. Что у нас еще туда пойдет? Петрушка. Ну, в общем, все увидите. Подготовила специи, намыла немного тут баночек, которые у меня были. Сейчас пойду в погреб, еще надо достать мне банок. Не люблю лазить в погреб, если честно. Ну, а что делать? Вот, а это у нас трофей. Это супруг катал. Кто смотрел в предыдущих видео? Вот, это у меня супруг катал. Молодец. Вот, все, я пошла за банками, потому что этого будет мало. Так что вот так вот, ребятушки. Тарарам-папам! Так, я пошла за банками в погреб. Сейчас я вот эту доску уберу. Опа. Так, тут что у меня? Сейчас я вам покажу. Вот так вот у нас погреб. Видите? Сейчас я его открою. Одной рукой, конечно, неудобно это делать. Вот. И подопру, наверное, сейчас этой доской. Доской. А то, не дай бог, меня там прикроет. Чтоб меня не прикрыло. Так, пойдемте вниз за банками. Я вам покажу, как это все у нас тут. Вот. Вот так вот. Такой у нас погреб. Лягушки тут. Вот здесь у нас есть лампочка. Вон она, видите? Вот. Выключатель, но лампочка перегорела. Вот. Тын-тын-тын. Цвета музыки нету. Нету цвета музыки, но лампочка есть. Так, здесь у нас бетоном.
Если честно, погреб, ну вот да, погреб, правильно, да, он сырой. Сейчас я вот его открою, пускай он проветривается. Но в дальнейшем здесь будет стоять на этом погребе беседка, поэтому и будет она, как это говорится, подполный. В общем, все вот это вот замазывалось какой-то штукой, не знаю, в общем, через стены не течет. Течет, знаете, откуда? Здесь у нас, видите, как это называется? В общем, насос, в общем, станция, которая... скважина, вот скважина, там у нас насос, здесь у мужа вот этот фильтр стоит, он его вот в эту штуку, в общем, укрыл своей норковой шубой его, вот, и вот так вот проходит очистку, вот это я не знаю, правда, что это гидроаккумулятор для систем водоснабжения, ну, это мужа сокровищница, я здесь ничего не понимаю, что здесь. Вот, и вот так вот к нам поступает водичка в дом, в огород. Вот так вот. Так, что тут у нас? А, я хотела показать, откуда здесь влага. Влага вот отсюда, вот там вот, как она называется, скажите? Труба вот эта наверх идет, вентиляционная. Вот муж говорит, что оттуда все-таки влага, потому что даже видно, видите, здесь светлая, а там вот темная. Ну ничего, здесь станет беседка, здесь все будет хорошо. Вот тут я храню свои круточки, баночки. Да, эти банки ржавеют, видите? Это я крутила в позапрошлом году аджика. Это у меня аджика. Ну, а как не ржаветь? Погреб сыроватый, но ничего. Это вот остатки у меня моих заготовок. Варенье тут яблочное крутила, чтобы пироги печь. Там песочный пирог добавлять, еще что-то. Ну... Это у меня слива, по-моему. Надо подписывать все банки. А, это муж делал хреновину. А это хреновина. Вот так вот. Хранится она тоже. Здесь у меня тоже аджика, помидорчики. Вот. Но мы спустились с вами за баночками. Так, нам нужны банки. Там у нас трешки под компот, пол-литрушки, литрушки. Не знаю, помидоры, наверное, я не буду в литровые банки крутить. Так, сейчас я посмотрю, какие банки мне нужны. И подниму. В общем, вот так вот выглядит у нас погреб. Так вот. Ну, станет беседка уже не в этом году, в следующем. Здесь будет очень-очень сухонько и хорошо. Морозов, ну, здесь мороз не бьет. Здесь зимой где-то градусов плюс 5. Вот. Так, взяла, в общем, я одну двушку. Сюда я эти сливки положу. Литрушечки взяла. И полторушки. Вот. Вот это вот я не пойму. А, полторушка тоже. Получается, это полторушка. Да, это полторушка. Значит, 4 полторушки, 3 литрушки, одну двушечку. Я думаю, нам хватит. Все. Пошла я их мыть. Вот, я уже заполнила баночки. Здесь у меня... Что у меня здесь? Петрушка. Куда пошел? Помидорка упала. Петрушка. Перец болгарский сладкий. Лук, помидорки. Вот такие баночки мы позаполняли. Баночки литровые. Нам с супругом много не надо. Вот. А, что у нас тут? Эти огурчики я уже всем жопки пооткусывала. Все, они уже обезглавленные. Перчик остался. Вот в огурчике еще буду порезала, видите, эти кабачочки желтенькие. Ну, так, для разнообразия цвета, чтобы поинтереснее все это смотрелось. Сейчас вот я только первый раз. Вот здесь у меня все бурлит, кипит. Сейчас буду заливать первой водой помидорчики наши. Вот. По половиночке. А то здесь начнется у меня как Титаник. Крушение всего. Вот так вот. Получилось у меня вот сливки, которые я намыла. Получилось у меня 5 литровых баночек. Вот так вот. По плечики, по самые плечики. Вот так. Вот такая красота у нас будет. Так, вернусь через секундочку.
Будем дальше продолжать. Вот, набираю вторую воду с фильтра. Первую что-то я... Где тут у меня вода, жидкость? Вот. У меня получается на 5 баночек буду делать 2,5 литра воды. Ова, тютелька в тютельку. Ставим вторую воду. Та-ра-рам-па-пам! Вода закипела у меня уже второй раз. Точнее, это уже рассол. Я сюда добавила уже соль, сахар. В баночке разлила уже уксус 30 миллилитров. Так, давай, милый друг, бурли, кипи. И будем по баночкам разливать и закатывать. Вот, 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 вот. Молодец. Бурлящей, кипящей водой. Заливаем уже наши баночки вкусным рассолом. Вот так, вот так, вот так по плечике. Опа! Трым-парым-парым-парым-парым-парым-парым. Так, любимки мои, я выключаю. Сейчас я быстро-быстро это все разолью. Точнее, возьму полотенце, кастрюлю. И быстренько разолью, закатаю и укутаю. Все, через секундочку увидимся. Тарарарам-папам. Это как рекламная пауза у меня. Все, быстренько-быстренько. Ну что, все, вот я закрутила. Получилось у меня 2, 4, 5 баночек. И вот здесь решила я на кухне их заворачивать. Не течет? Нет. На кухне их заверну, потому что еще мне огурцы... Огурцы еще катать, бегать в ту комнату мне очень неудобно. Так у меня супруг это носит их туды-сюды, помогает мне. Сейчас супруга нет, поэтому не хочу бегать в другую комнату. Прям на кухне положу их, укрою их, вот, и пускай они отдыхают. Вот так вот это получилось. Все, а я пойду сейчас, тоже желтенькие здесь, а я пойду сейчас огурцы огурцами заниматься. Так, ну что у нас? У нас уже вот так наполнены баночки, огурчики и кабачки, которые семена покупал муж. Выросли вот такие желтенькие. Вот так я их положила. Пускай будет. Очень интересно, красиво смотрится. Водичка у нас закипает. Ну а я вот уже приступила, так скажем, к салату «пальчики оближешь». Не так скажем, а так оно и есть. Вот, ребятушки, все, погнала я дальше делать. Одной рукой мне очень неудобно, к сожалению. Все, встретимся через минуточку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гляньте. Ушла, ушла называется. Тут уже вовсю все бурлит, кипит. Все-все-все-все-все, мой хороший, не надо мне плиту заливать. Где тут мое полотенчико-то? Господи, вот ушла называется. Так. Ну, плиту мы помоем, ничего страшного, правда. Уже подзалили. Так, помидорки мои, которых. Так, что мы делаем? Первый раз заливаем все это водичкой. Я зачем-то все это прикрыла, не знаю. Наверное, чтоб никто не унес. Спрятала. Так, воды я, наверное, много поставила. Ну, много не мало, правда? Все, первый раз. Первая водичка, как бы так вот мне через камеру не очень удобно. Вот сюда с этой банки начну. Вот, сейчас половиночку. Вот так, чуть-чуть налью, сюда налью, всем налью, и до полной банки я налью. Все, пошла я дальше заливать все это мое дело. Залила сейчас огурцы вторым разом. Господи, мне так жарко, как будто я, не знаю, в Ташкенте. Вот, в параллель уже наполняю баночки. Уже лучок у меня здесь. Что у меня здесь? Чесночок. Петрушечка, где она моя? Куда петрушку-то дела? А, вот она. Вот, петрушечку нарезала. Ну и сами помидорчики. Сейчас вот третью водичку набираю. И наполняю баночки. Вот такая вот у нас дилемма. Вот такая красота. Вот такая красота. На-на-на. Вот так у меня получилось. 5 баночек огурцов. Вот. Вот так раскатываем.
В общем, вот такая красота. Сейчас буду укрывать. Посмотрите, как горчичка плавает красиво. Ляпота ляпотушная. Вот. Только укрыла огурцы. Все, закипела водичка. Вот такие вот красавцы помидорки у нас получились. Водичку я здесь поставила на стерилизацию. Вот. Сейчас зальем кипяточку. И отправим стерилизоваться. Вот такой салатик вкусный будет. Пальчики оближешь. Жарко не могу, я прям аж задыхаюсь. Вот так вот. Сейчас все пустоты пробьем. Так, крышка. Крышка-мышка горячая. Так, тут что? Весь воздух. Выходи. Горячие банки нагреваются моментом. Вот, сейчас поставлю на стерилизацию. И мы сегодня молодцы. Не поместилась в одну кастрюлю, поставила вторую. Вот так вот это все у меня выглядит. Но вода еще не не кипит, поэтому ждем. Прибрала хоть какой-то культур-мультур настал, а то вообще был бардак. Вот эта вот вода у нас вообще никак не уходит. Что мы только не пробовали, не знаю. Бегаю в ванную, в раковину мою все. Вот такая красота, ждем. Сейчас закипит, закатаем, и надо идти уже... Надо идти в огород. А время? Время у нас, чтобы не соврать, 16:22. Представляете, я полдня вот с этим вот скрутками вожусь. Так, ну все на сегодня. Вот он. Вот они наши помидорчики. Мы сегодня 5 баночек закрутили. Салатик, который сейчас у нас кипел, стерилизовался. Каждую баночку эссенции, чайную ложечку всем дала. Этому дала, этому дала, этому дала. А то обидятся и взорвутся. Так, это наши огурчики, которые мы тоже... Вот у нас получилось 5 баночек. 5 баночек огурцов, 5 помидорчиков. 5, ага. И 3 салатика, пальчики оближешь. Все. Я накрываю, как маленьких деточек. Сейчас я укутываю. Старое одеяло покрывало, шубы. Ой, все пособирала. Вот, все, я пошла в огород сейчас. Все, мне надо идти в огород. Посмотрите, какая я вся замученная, умученная. Красотулька-лопатулька я вот такая. Очень жарко, прям очень, я в Ташкенте. Так, нам надо идти в огород, поэтому работу никто не отменял. Идем теперь... полоть траву.